Растяжение комплекс с гири 24 килограмма. Вчера было 32. Сегодня такой а-ля восстановительный. Сейчас 4 движения по 5 повторений. Потом будем прибавлять по одному движению. Каждый круг. Все, описание сделаю как раз под видео, как обычно. Отдых по самочувствию. Минуточку отдыхаем. И после рывка добавляем одно движение. Взятие плюс жим. Всего должно получиться 7 кругов. Ух, прекрасное лето стоит. Градусная жара, все дерьмо выходит. Махи одной рукой. Сейчас будут хай-пулы.
Сейчас добавляем взятие плюс жим. По 5 на каждую сторону. И мельницей заканчиваем. Круг. Что-то тяжко после вчерашней тренировки. Маленечко недовосстановился. Около минуты дышим, может чуть побольше. Сейчас начинаем третий круг, кажется, и добавляем выпады с гири на груди. Сейчас чуть-чуть. Такую жару надо прям в свое удовольствие. Дыхание успокоилось и повторяете. Whew.
Сейчас взятие плюс жим. Потом выпады. А потом опять мельница. Черт. Смогу ли я до конца выполнить комплекс? Ладно, камеру включил. Фух, погнали. Перед этим комплексом была разминочка. Делал скакалку минуту, крутил булавы и по турецкому подъему на каждую сторону. 4 круга сделал. Может, из-за этого так тяжко. Выпады. Хорошо, сейчас сделаем мельницу по 5 раз, подышим и сделаем завершающий круг, добавим трастеры по 5 на сторону. Опять же, друзья, напоминаю, добавляю, берите вес, который вам по силу, самое главное, чтобы не страдала техника. И вы могли закончить комплекс до конца. Не как я. Холодные аминокислоты. Вместе с витамином С. Мельница. Погнали. Ща. Здесь главное контролировать спину. Отъезжайте жопкой нам назад. Очень кайфовое движение. Для спины и для плечей. Но нужно на его научиться делать. Вначале, если никогда не делали, то делать его без гири. Должно быть очень кайфово во всех углах. Мельница, турецкий подъем очень полезен для плечей. В этом положении вся мелочь там включается, работает. Дышим около минуты, может чуть больше. И завершающий круг. Значит, получается, в первом кругу у вас 4 упражнения. Второй круг добавляем одно, уже 5. Третий круг 6. И сейчас завершающий круг, 4. Там уже 7. Такая лесенка. Очень хорошо. Займет минут
30. Если отдыхать спокойно, никуда не гнать. Прорабатывается все тело, почти все. Кто-то может сделать даже 2 таких круга. Но я пока 1. Погнали. 5 махов каждой рукой. Спасибо всем тем, кто нашел время, досмотрел до этого момента. Если досмотрели до этого момента, напишите слово «гиря». Такой будет тайм-код. Гиря, конечно, универсальный. Тренажер. Безотказная, как автомат Калашникова. Нужна только она, только ты. И чуть-чуть места. Хайпулы. Урывки гири. Погнали. Друзья, даже если вдруг у вас нету сил и желаний, можно поработать прям с маленькой гири. Можно уменьшить количество повторений. Сделать каждое движение по 3 повторения. Опять же, взять вес полегче. Сделать суставную разминочку. Поработать с гирькой. И потом размять поясницу. У меня, кстати, есть видео. 30 минут займет ваше время, зато разгоните свой метаболизм. Можно потом пожрать всякие ништяки. Ну и мышцы прибавятся к вам. Взятие плюс жим. По 5 на сторону. Когда выжимаем, напрягаем ягодицы и мышцы живота. Помогает. Пять. У меня это 5-я тренировка на этой неделе. Сегодня тоже кое-как себя раскачал. Но самое главное начать. Сейчас, друзья, прошу прощения, посмотрю. Есть ли запись? Нормально. Запись ведется.
придется доделать до конца. Сейчас выпады и трастеры. И завершаем, как всегда, мельницей. Сюда, конечно, это будет. Иной раз гири 24 прям с головой хватает. Ну, конечно, поработать на силу это 32 и уже больше гирьки 40-50 килограмм для махов. Махи, это, конечно, нужно хорошо прям их изучить, это базовое движение, и стараться прям в них прогрессировать. 32, уже вы должны прям отдыхать на мах. Трастеры! По поводу махов, мы 4 года я делал махи, 10 тысяч махов, программа Дэна Джона, с 32, о, с 24, половина 32, потом чисто 32, потом делал 40 и с 50 килограмм, вот с 50 я, кажется, не доделал вообще, но я вам скажу, 10 тысяч махов, они конкретно прибавляют мяса. Прям килограмм 5 за месяц тренировок однозначно. Очень сильно разгоняется метаболизм. Жрать хочется безумно. Заканчиваем. Мельница. Прям постепенно 4 набирать глубину. О, 5 сперва, может быть, такое коротенькое движение, не дотянулись пола. Второе, о, пальцами. Третье уже кулаком. О, ладонь. Пятая просто по ноге. Сделали. Ну вот, друзья, такая вот тренировочка. Опять же, описание все оставлю под видео. Спасибо всем тем, кто досмотрел до этого места. Вы меня с той стороны тоже мотивируете. Потому что, когда снимаешь без нарезок, это пипец как мотивирует самому делать. Так что, господа, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди много еще интересного, наверное. Я постараюсь снимать почаще, чтобы вы могли тренироваться. Берегите себя.